набираем по 39 игл на нижней и верхней контурах. Плотность набора 0 для третьего класса и звездочка. Выполняем первый наборный ряд. Вяжем мы из очень мягкого итальянского хлопка. Хлопок с одной нитью золотистого люрекса. Вот таким образом он скручен. 8 нитей и плюс 9 нить люрекса. Внимание! Итак, приступаем. Петли сбрасываем с этой машины. Выполняем набор на плотности 0,0 на двух фантурах. Справа 20, слева 19 игл. На нижней игольнице на одну иглу меньше, чем на верхней. Провязываем первый наборный ряд. Навешиваем небольшую гребенку, берем розы. Деталь полочки и деталь рукавов я предлагаю вам выполнить скосами. Но для начала провяжем 3 круговых ряда. Плотность 8,8. Далее выполняем разбор игл. Приступаем к выполнению сборки нашего уже почти кардигана. Изнаночной стороной к себе. Разворачиваем. В итоге у вас должно получиться вот такое соединение. Вот так это соединение будет выглядеть у вас с лицевой стороны. И вот так это соединение должно у вас выглядеть с изнаночной стороны. Выполните это соединение на оставшихся швах деталей промо. Приступаем к выполнению сборки.